Первое судно в Ленский речной порт пришло 20 мая. СК-2098 привез из Искута технический груз. Как и в прошлые годы, навигацию открыло судно компании «Алроса Лена». Прошла первая неделя навигации. Крановое хозяйство работает круглосуточно. На портальной стенке задействована каждая единица. На данный момент обработали 27 единиц флота. Значит, выгружено 16 200 тонн разных технических грузов, в том числе порядка 6,5 тысяч тонн грузов в адрес компании, акционерной компании «Алроса». В навигации задействованы 28 судов компании «Алроса Лена». Часть из них уже отправились обратно в Усть-Кут за следующей партией груза. В этом году его будет больше, чем в прошлом. Сухогрузов нам предстоит перевезти только 170 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом мы перевезли 110. Соответственно, и нефтеналивных грузов предстоит перевезти 125 тысяч, тоже рост приличный. Груз возят разный – цемент, клинкер, оборудование для подразделений «Алроса». Ждут в речном порту и сторонних заказчиков. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».